Ерте тұрған адамға Алла берер, деп осылай көнеден қалған өлең. Әрбір күнің қайтатын зат емес қой ұйқыға ойлан бастан жалға берер. Күн шуағын сыйларда бізге Құдай жұмысыңа 100% арна деген осылай шын бақытқа жол нұсқаймын. Артық сөздер айтылған барма менен. Болады бір адамның бір сартық, ерте тұрған адамның бір сартық, жан дүние кенеліп қуанышқа өркендейді, өрлейді, жұмыс артып демекші. Ассаламу алейкум, қайырлы таң, барша теле көрімен, барша көкші таулықтар, қазақ елі. Бүгін 12 мамыр, жұманың таңында сіздермен қайта қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз, берген садақаларыңыз баршасы қабыл болсын. Ал біз Көкше Нұры Санымдық Сазды бағдарламасы, оның жүргізушімен және менің керемет әріптесім әділ сіздерге алдағы бір сағат көлемінде керемет позитивті эмоционалды көңілге сыйлайтын болады. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар, біз бастаймыз. Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, Кокшетау! Доброе утро, Казахстан! На листе календаря 12 мая, пятница! В преддверии выходных, такое теплое утро, начало этого утра, сегодня посвятите нам, посвятите родным и близким, включите погромче нашу программу и проведите этот ближайший час с нами, со мной и с моим прекрасным соведущим Нурланом. Зарядитесь этими эмоциями на день, и чтобы все выходные тоже прошли в таком же настроении, которое вы получите именно сегодня. Я дұрыс айтасын, әділ құрметті телегөрмен, таңғы уақытты берекелі өткізіңіздер, таңғы уақыттың берекесін құрбосқа жіберіп алмаңыздар. Жанағындай біреулеріңіз жаттығу жаса, біреулеріңіз ойғалған дүниелеріңіз жүзеге асыруға болады, себебі мына түні бойы ұйықтап жатқан мұй тынығып, таңғы уақытта оянады, оны қайтадан қалыпқа келтірген кезде жаңа идеялар, жаңа ойлар туады. Сондықтан ал енді біздің арнамызға міне телефон қоңырауда келіп түсті. Құрметті телегөрмен, сіз байланыстасыз. Вы в прямом эфире говорите, мы вас внимательно слушаем. Я біз сіз тыңдап тұрмыз, құрметті телегөрмен, өзіңізді таныстырып. Бүгін менің әдем немеремнің туған күні, 18 жасқа толып жатыр. Бурабай қаласында тұрады. Сонда педколледжде дене шынықтыру сабағын оқып жатыр. Биыл ең соңғы курсы. Соған сіздерге бір немерем деген ән бар еді, соны берсеңіздер. Тағы да айтып жіберіңізші, есімі кім? Әлем, Әлем. Әмір? Әлем, Әлем. Әлем, Әлем. 18 жасқа толып жатыр, иә? 18 жасқа толып жатыр. Енді құрметті Әлем, сізді 18 жасқа толған мерейтойыңызбен, жеке меншік мерекеңізбен, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміздің елеулі халқымыздың қалаулы азаматы болыңыз дегім келеді. Алланың назарында, бақыттың базарында осылай күліп ойнап, жадырап, жайнап, жарқырап жүре беріңіз. Жаңағында есігіңіздің, евро терезеңіздің теңге жыл сайын үйіңіз долларға толсын дегім келеді. Ата-ананың үкілеген үмітін ақтап, осылай жадырап, жайнап, жарқырап жүре беріңіз. Сізге барша екі дүниенің бақытын нәсіп етсін, Алланың сүйген құлдарының қатарынан болыңыз. Сол барша жақсылықтар тілейміз, иә. Да, здесь я с тобой полностью согласен, Роман. Поздравляем с днем рождения. Такое замечательное утро, замечательный день. И от нас, от нашей редакции, от всего Казахстана с днем рождения и такой праздничный, хороший музыкальный клип. Я құрметті телегөрмендер, сіздерді қабыл алып, керемет, әдемі көңілге ие бөленіп отырыңыздар. Махаббаты, коз
сызменен баяндардың. Осындай әсем әнді де тыңдап, біраз көңілге бөленіп қайттық. Құрметті телекөрермен, арнамызға жаңадан қосып жатқандар болса, баршаңызға қайырлы таң тілейміз. Жалпы, енді бүгін біреудің туған күні болуы мүмкін, біреуді құттықтағыларыңыз келсе, біздің редакциямызға хабарласыңыздар. Ол үшін бар болғаны 25-25-05 немесе экран бетіндегі WhatsApp желісіне жазуға болады. Біздер міндетті түрде кері байланысқа шығамыз. Бұйырса, біздің арнамызға жаңадан қонақтар келеді. Жалпы сол қонақтарға қоятын сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, немесе бізге қоятын сауалдарыңыз болса, түйткілді мәселелер болса, баршасын осы редакциямызға хабарласып, соған жауап алуға болады. Біздер міндетті түрде кері байланысқа шығамыз. Да, дорогие телезрители, доброе утро к тем, кто только-только подключается к нам, включает свои эфиры, готовит вкусный завтрак и видит нас Нурваном на своих телеэкранах. Доброе утро, Казахстан! Вы на своих экранах видите номер телефона, как правильно и сказал Нурван, 252505, а также номер телефона WhatsApp, на который вы можете сюда написать и позвонить, как случилось буквально минут 5 ранее. В прямом эфире нам позвонили и поздравили с днем рождения. Вот, и сделали утро незабываемым и прекрасным. Сегодня, как и сказал Нурван, у нас будет замечательный диалог с нашими интересными гостями. И я уже вижу, чувствую через телеэкраны то, что вы в предвкушении этого диалога, этих разговоров. Сегодня у нас очень интересные гости, но всему свое время. Сейчас у нас время, чего правильно говоришь, мальчишка, сейчас у нас время зарядки, дорогие телезрители. Я, құрметті телекөрермен, әркім әртүрлі таңғы уақытты жаңағыны жоспарлап жатады, біреулері жаттығу жасайды, біреулері шай ішіп отқан шығар, біреулері енді-енді біздің арнамызға қосылып жатқан шығар. Жаттығуға дейін жалпы бүгін 12 мамыр жұма күні тарихымызда қандай оқиғалар болды, солар туралы айтып кетуді жөн көріп отырмын. Мәділ, білесің бе, жалпы бүгін әлемде медбике күні аталып өтеді екен. Медбике қызметі 12 мамырда Қырым соғысы тұсындағы атақты ағылшын әйелдерінің бірі Флоренс Найтингейлдің туған күнінде құрылған екен. Содан бері енді
қазіргі таңда медбикелер біздің өмірімізден ойып тұрып орналады деген ойдамын. Жалпы ауырып қалатын болсақ, жаңағындай укол пісу керек болса, дәрі беру керек болса, ең бірінші біз ауруханаға барған кезде осы медбикелерге жүгініп жатамыз. Медбикелер ардамызды көріп отқан сондай медицина саласында жұмыс жасайтын медбике ханымдар мен мырзалар болса, баршаңызды осы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сіздердің күндеріңіз екен. Және де жыл сайын 12 мамырда Ресейде және ТМД-ның басқа елдерінде экологиялық білім беру күні аталып өтеді екен. Бұл мереке 91 жылы құрылды. Оның мақсаты барлық ғылымда және адам қызметі салаларында экологиялық білімді өзектендіру шыны керек. экологиялық білім болу, жалпы табиғатымызды таза ұстау, сол туралы мәлімет алу деген сияқты өте керемет бұл күн. Сондықтан экология бізге керек, экологияны сақтауымыз керек, жаңағындай қоқыстан тазартуымыз керек. Әрбір қарапайым адамзат, қарапайым қазақтың әрбір азаматы өзінен бастаса, яғни әрбір адам өзінің айнасы деп айтамыз ғой. Мысалы біз көшеге мусор тастамайтын болсақ, оны барып қоқыс жәшігіне тастайтын болсақ деген сияқты, сондай қарапайым дүниенің өзі керемет бір үлкен-үлкен жаңағындай жағымсыз дүниелердің алдын алады. Сондықтан да құрметті телекөрермен, сіздердің әрбіріңіздің алтын құлақтарыңызға алтын сырға құлақ қағыс. Қоқысты далаға тастамаңыздар, арнайы мусор қоқыс жәшігіне апарып тастаңыздар. Содан бастасаңыздар, біздің Қазақстанның экологиясы одан әрі дамып, одан әрі жандана түседі. Өйткені табиғат біздің екінші анамыз деп бекер айтпаған екен. Және де бүгін сегодня, знаешь, вот хотел тоже рассказать, но это, наверное, будет больше информация для всех наших молодых телезрителей, а именно для детей, ребята, да. Сейчас будет новость, которую, в принципе, вот вы можете узнать о любимом персонаже детства абсолютно и взрослых, и сейчас нынешнего поколения. Сегодня день рождения Чебурашки, да, вот такой вот замечательный персонаж, о котором мы все знаем с детства. Это любимый многим персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году. Он был написан им, когда на экраны как раз-таки и вышел мультфильм «Крокодил Гена». О происхождении слова «Чебурашка» Эдуард Успенский говорил. Вот на самом деле интересная история как раз происхождения. «Я пришел в гости к другу, а его маленькая дочка примеряла пушистую шубу, которая тащилась по полу. Девчонка постоянно падала, запинаясь о шубу, и отец после очередного падения воскликнул: «Ох, опять упала!» Это слово врезалось мне в память, а я вспомнил значение. Оказалось, это значит упасть. То есть Чебурашка означала упасть. Вот после этого Эдуард Успенский как раз и ему в голову пришла такая замечательная мысль, которая впоследствии стала замечательным мультфильмом и скрасила наше детство. Жалпы енді одан бөлек Чебурашканың күні басқа да енді тарихи оқиғалар болған екен. Жалпы осы 12 мамыр күні дүниеге көптеген қазақты маңдайына біткен тұлғалар келген екен. Солардың бірі 1879 жылы қоғам және саяси қайраткер, Алаш қозғалысының қайраткері, Қазақтан шыққан тұңғыш темір жол инженері тарихшы Мұхамметжан Тынышбаев дүниеге келген екен. Және де біздің Көкшетаудағы мына жердегі орналасқан қазақ музыкалық драма театры, білесіздер, Шахмет Құсайынов атындағы. Сондықтан 1906 жылы драматург, киносценарийші Шахмет Құсайынов дүниеге келген екен. Және де 1930 жылы жазушы журналист Әнуар Әлімжанов дүниеге келген екен. Осындай біздің қазақтың маңдайына біткен керемет алып тұлғалар дүниеге келген күн. Сондықтан басқа да тағы да көптеген тарихи оқиғалар болды елімізде, жалпы әлемде. Оларға кейіннен тоқталатын боламыз. Ал енді қазір құрметті телекөрермен, егер де сіздер әлі жаттығу жасамаған болсаңыздар, әлі де денелеріңізді қалыпқа келтірмеген болсаңыздар, сол олқылықтың орнын толтыру керек. Себебі жаттығу жасаған кезде мына түні бойы ұйықтап жатқан қан айналым жүйесі қатып қалады, соны қалыпқа келтіріп циклдық жүйеге қайтадан қан айналым жүйесін жандандыру үшін жаттығу жасауымыз керек, үнемі қозғалыста болуымыз керек. Сондықтан бірге жаттығу жасайық, кеттік. Қайырлы
күн, құрметті көрермендер! Сіздермен бірге мен, Балдырған Асқанбаева. Бүгін сергектік сыры бағдарламасында сіздерге арқа мен иық бұлшық еттеріне арналған жаттығулар кешенін ұсынатын боламын. Алдымен оның пайдасына тоқталып өтейік. Омыртқа адамның негізгі мүшелерінің бірі. Өйткені адам ағзасының барлық мүшелерінің қалыпты жұмысы омыртқаның күйіне байланысты. Егер сіз денеңізде ауырсынуды байқасаңыз, денсаулығыңызға мән берген жөн. Кей жағдайда біз кеуде аймағымызда ауырсынуды сезінеміз. Бұл ауырсынулар дем алған уақытта және дем шығарғанда қозғалған уақытта шаншу күйінде байқалады. Бұл жағымсыз сезімдер аса мазасыздыққа, ауруды басу үшін түрлі дәрі-дәрмек ішуге әкеліп соғады. Ауруды уақытша тоқтатқаныңызбен қайталанып отырады. Сондықтан сізге кеуде омыртқасына жасалатын жаттығуды тұрақты түрде әдетке айландырған жөн. Кеудедегі ауырсынудың себептері әртүрлі болуы мүмкін. Кеуде қуысының сколиозы, тұқым қуалаушылық, физикалық белсенділіктің болмауы, үстелге дұрыс отырмау, көру қабілетінің төмендеуі. Сонымен кеуде омыртқасына жаттығу жасау үшін арнайы резенкені қолданатын боламыз. Үй жағдайында кез келген ұзын белбеуді де пайдалануға болады. Ендеше жаттығуымызды бастайық. Алдымен кілемде бір келкі тұрыңыз. Аяқтарыңызды иықтың немесе жамбастың бойымен созыңыз. Табаныңызды мықтап ұстаңыз, ал ішіңізді өзіңізге қарай тартыңыз. Арнайы резинкені қолыңызға алып, дем алған уақытта артқа қарай тартылыңыз. Қолыңызды кенірек созыңыз. Егер иығыңызды оңай бұралсаңыз, керісінше қашықтықты тарылтыңыз. Жаттығу жасау барысында беліңіздің тік болуына мән беріңіз. Ол үшін ішіңізді өзіңізге қарай тартыңыз. Бұл жаттығуды 10 рет қайталаймыз. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығуды бастайық. Резинкені бастың үстінен көтереміз. Терең дем аламыз. Дем шығарған уақытта 90 градусқа алға қарай еңкейіп, қолымызды бастың артына бұрып, резинкемен артқа қарай тартылыңыз. Қайта дем алып, еңкейіп көтерілеміз. Еңкейген уақытта басымызды алға тартамыз, ал жамбасымызды керісінше артқа. Бұл позицияда артқа бұлшық еттердің созылғанын, ал иық буындарының қатайғанын байқауға болады. Бұл жаттығуды 10 рет қайталаймыз. Жаттығуды аяқтаймыз. Келесі жаттығуымызға көшейік. Ол үшін қолымызды жоғары көтереміз, артқа қарай созыламыз, оң қолымызды төменге түсіреміз, одан кейін сол қолымызды төменге түсіреміз. Әр жаққа 5-6 реттен тартыламыз. Жаттығуымызды аяқтаймыз. Келесі жаттығуды жасау үшін қолымызды жоғары көтереміз, артқа қарай созыламыз. Бір келкі қолымызды төмен түсіреміз. Бұл жаттығуды 10 рет жасаймыз. Thank you.
Осылайша иық бұлшық еттері қатаяды, омыртқа созылады. Жаттығуды аяқтаймыз. Ал құрметті телекөрермен, біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Керемет жаттығуымызды да жасап болдық. Енді біздің арнамызға жаңадан қонақ келіп отыр. Бағана айттық қой, егер де сұрақтарыңыз болса, біздің редакциямызға хабарласыңыздар деп, ол үшін бар болғаны экран бетіндегі 252505 немесе астындағы WhatsApp желісіне жазуға болады. Да, дорогие телезрители, вы дождались этой нашей самой любимой рубрики, по вашему мнению. А, да, у нас все рубрики замечательные, но именно диалог с гостями, он как раз греет, дает именно это тепло, эти эмоции, заряжает на весь день. И сегодня у нас очень интересные гости, сегодня у нас в гостях, Нурлан, давай я тебя познакомлю. Mm-hmm. Сегодня у нас реставратор дамбры и гитары, то есть таких замечательных музыкальных инструментов, диговец Олег. Вашему вниманию, дорогие телезрители. Доброе утро, как ваше настроение, как дела? Олег, наверное, первый вопрос Нурланом, который у нас возникает. Что значит понимание реставрации? То есть, как это понять, как это вот все делается? Как это... Расскажите об этом подробнее для нас. Реставрация, то есть, это инструмент, который устарел, или который в памяти где-то у кого-то ценится, там, гитара, домбра. И вот этим я занимаюсь. Я их оживляю, так сказать, да, я делаю... Из нее второй из старого шанс. Делаю новое, второй шанс дали, вторую жизнь дают этому инструменту. Ага. Вот, поэтому вот в этом заключается моя задача реставрации. То давно есть, занимаетесь? Да, поломанные инструменты реставрации. Да, да, да. Давно ли я занимаюсь, да, вы спросили? Да. Занимаюсь уже 8 лет. Да, 8 лет я уже занимаюсь в городе, как Читаве. Потому что у нас нету людей, которые... Ну, это делают, может быть, где-то есть, но я не встречал, например, да, поэтому я как открыватель такого, что люди много не знают, что можно гитару или домбру оживить, им дать вторую жизнь, и чтобы она заново запела и заиграла там, вот поэтому. А как вот пришла к вам именно сама идея вот заниматься этим, получается? Мы так понимаем, это ваша основная работа или уже у вас есть, или это как хобби ваше, и как оно к вам пришло, получается? У меня основная работа моя, я станочник, вот, я на станках работаю, а это как, я музыкант, то есть я люблю петь, играть, и это как хобби мое, то есть... У каждого есть свои задания, задачи, там, кто-то что-то любит, там, картинки собирать, да. Я люблю гитары делать, домбры делать, поэтому, вот. И вот, когда эта вот идея к вам пришла, вот вы 8 лет назад, как эта мысль прям пришла, я хочу делать, давать жизнь вторым инструментам? Ну, наверное, это просто как-то финансово, может быть, надо было заработать, да, я сделал соседу домбру. Висела домбра, такая маленькая история, да, и на этой домбре, ну, трещины там, я, сосед, ну давай я попробую сделаю тебе. Я пошел, купил клей, все так получилось прям идеально. Он, да ты че, это такая память уже столько лет висела. На тебе деньги за это, да, типа ты сделал. И все, у меня тогда, да, можно же и начать. Мотивация была. Да, мотивация, можно же начать и делать, и... К этому я так вот пришел. Замечательно. А вот тоже такой сразу вопрос возникает по поводу вашей работы, именно как раз вот реставрации. Наверное, может вспомните, ну вы по-любому знаете и вспомните, самая тяжелая работа, которую к вам приносили по времени и вот в принципе как она происходила. И самая легкая вот, наверное, которая вот, мы, наверное, принесли уже даже, как не сказать, даже поломанную гитару, но все равно вы такой серьезно там сделали чуть-чуть, наверное, за пару минут или за час и сделали. Я понял вопрос. Получается, самая тяжелая работа это была кобыс. Кобыс, то есть, получается, вы тоже занимались? Да, ну, это инструмент же, как-никак. Люди узнали обо мне в Туркестане по акции. Я делал акцию «Добрые дела», и я целый день делал гитары, домбры бесплатно. То есть, было такое, что я объявлял рекламу там везде, и я целый день делаю бесплатно, да, и люди со всего города, с деревень пытались все много принести эти инструменты, да, и так и люди узнали, я вот делал кобыс, у него только чехол, кобыс, он стоит 600 тысяч тенге, то есть это только чехол, не считая сам кобыс. Не считая инструмент. Да, они отдавали его в Алмату, в Шимкент, то есть никто не сделал, у меня получилось. Замечательно. Вообще, да, это самое... Кропотливая, самая тяжелая работа, которая была, и у меня получилось сделать. А в чем там была именно поломка, получается? Поломка. Раньше этот кубыс, когда изготавливали, его сварили в масле. То есть дерево, сваренное в масле,
оно уже не склеится ничем. Ну, вот у меня была задача такая, чтобы его прошить, чтобы он скрепился и... А вы как клеили? Я как клеил. Я засверливал, я его сшивал, можно сказать. Вот как швы сшивают, так же я сшивал. Это все закрывается под дерево, то есть... Поэтому вы это самое путь, тяжелое. Да? Я нашел путь, да. Просто масло к маслу не клеится. А самое легкое вот как раз таки работает. Самое легкое, это часто люди обращаются, можете ли нам настроить гитару. То есть принесли гитару, да. Да, конечно, и там деньги не берешь, ты просто, ты рад, что тебе принесли какой-то инструмент, ты его увидел там, посмотрел. Ну, для меня это так, да. Привезли, если у них время, это 2 минуты занимает, и они забирают. Это самое легкое. А у вас там студия что-нибудь есть? Да, где это происходит? Да, вот, это происходит дома на балконе, а или дома просто балконе. Коврик. Я стелю себе коврик, и я вот занимаюсь. То есть, чтобы вас отдельное найти... Отдельное здание нету, да? Да. Нет, отдельное здание нету. Нет, у меня, я дома, мне приносят домой, там целый склад, поэтому... Инстаграм что-нибудь? Вот, да, конечно, Инстаграм можете, есть. Можете, да, вот как раз сказать нашим телезрителям, да. Инстаграм, который... Да, просто вводите ремонт гитары, как читав, и на русском языке можно, никмейл Ахиллес, нижний пробел Олег. Дорогие вот, да. Телезрители, Ахиллес, нижний пробел Олег или ремонт гитары Кокшетау в Инстаграм. Мы сейчас популярный век, да, современный, 21-й технологии. И вот так вот можно найти как раз нашего гостя Олега. И если у вас есть гитары, музыкальные инструменты, домбра, кобыс для реставрации, если это вам очень дорого и вы не знаете, куда обратиться, как восстановить, вот такой замечательный человек делает просто чудеса с музыкальными инструментами. Олег, вот такой тоже вот вопрос как раз тоже возник по поводу, вот вы сказали ранее, вот сразу возник вопрос. А расскажите подробнее об этой акции, как она пришла к вам в голову, то есть добрые дела. У нас есть множество волонтерских вот организаций, у нас есть много как раз тоже людей замечательных, которые, ну, в разных профессиях делают вот такие акции, как вы. Как вам пришла эта в голову идея? И вот вы говорите, аж с Туркестана обратились к вам, то есть весь Казахстан узнал об этом. Я увидел в Астане, то есть молодой человек, у него магазин или... Павильон такой, да? И он раздавал что-то там, футболки, шорты, кажется, костюмы бесплатно. То есть вот с определенного времени до определенного времени он отдает это бесплатно. И я такой думаю, ну блин, ну попробую я сделать так. И поэтому я тоже сделал акцию. Илиасимус, всем знаменитый наш, да, в городе, я ему сразу скинул. И много блогеров подключились. И все опубликовали у себя, да, то есть вообще об этом узнали очень много в городе. И тогда обо мне люди узнали тоже. Вот, которые начали нести, я говорю, целый день мне несли там с 12 дня до 8 вечера без остановки. Просто люди, мы принесли, да, и вот я практически месяц потом я делал их бесплатно. То есть это такой объем был после работы, соответственно, и Замечательно. Дорогие телезрители, мы напоминаем то, что вот если у вас есть такая возможность, если вы не знаете, куда отнести, да, музыкальные инструменты, замечательный человек, диковец Олег восстанавливает их, дает вторую жизнь, как мы уже и сказали, находите в Инстаграме, потому что, да, я даже, ну, знаю таких, я теперь знаю, кому отправить людей, есть знакомые, которые не знают даже в плане, как восстановить моменты, которые им очень важны, или же настроить гитару. Ну, мне кажется, настроить гитару это будет сильно легко, да, для Олега, сильно не затруднять. Мне кажется, он восстанавливает и дает жизнь как раз тяжелым таким инструментам, которые нуждаются. Поэтому вот, обращаемся. Я даже здесь, кроме телегурмен, если сұрақтарыңыз болса, белгілі бір мәселелер болса, қонағымызға қоятын сұрақтарыңыз болса, біздің редакциямызға ұялмай, қысылмай хабарласып отырыңыздар, біздер міндетті түрде кері байланысқа шығып отырамыз. Да, Олег, есть ли в планах у вас открыть, может быть, какую-то свою большую студию, или же как-то расширяться, или же, может быть, вот, по сути, государство, у нас есть вот эти вот различные молодежные проекты, которые поддерживают вот такие вот, как стартап-проекты. Мне кажется, это очень, ну, вы единственный, ну, на моей памяти, да, для Нурлана, мне кажется, кто в городе реально занимается этим. Мы не слышали ранее вот о такой замечательной, я считаю, даже это профессия, реставрация, да, вот. И есть ли планы вот как-то расширяться, выходить на какую-то большую такую арену, как Шитау, чтобы полностью была такая студия? Ну, чтобы какую-то арену там такого нету, но какой-нибудь бутик, наверное, да, в котором я смогу предложить свою помощь людям,
это можно. Спокойно, да. Это просто у меня не было никак времени вот на это, да. Надо просто взяться и начать, да. Это есть в городе такое, поддержка малого бизнеса считается уже, да? Да. То есть ты берешь какой-то павильон, там аренда, и предлагаешь свои услуги людям. То есть это вполне возможно, что я устану на основной работе, да, я весь валюсь в хобби свое, да. И вы сейчас Алина работаете, да? Да, я делаю сам. Учеников там? Нет, этому делу не научиться. Не то есть ты должен знать, как она будет звучать после того, как ты ее сделаешь. Как она должна звучать. Это должен быть слух, во-первых, да? И во-вторых, ты должен, ну, хотя бы какие-то базовые играть, да? Но так как у нас люди не то, что базово играть там, понимаешь, ну, да, склеит он, но как она будет звучать потом, да? То есть это понимать мелодию. Очень много нюансов, да, поэтому научить кого-то или как-то, это очень тяжело. А вы сами, получается, умеете, да, играть? Да, я играю на гитаре несколько аккордов на домбре, поэтому я знаю, как гитара должна звучать, чтобы после ремонта она так же звучала, как она... Замечательно. Олег, наверное, расскажите о ближайших наших, вот нас много телезрителей с утра, вот это точно у нас уже даже с утра, мы еще не успеваем сказать номер телефона, нам уже звонят, нам знают, обязательно ждут в программу как раз именно рубрику «Диалог с гостями», зная это по себе, то, что отписывается и в WhatsApp'ах нам. Пожелайте нашим телезрителям доброго утра, мне кажется, как раз можете еще раз назвать Инстаграм свой, чтобы вам могли обратиться, да, вот, пожелание, в любой момент. Там... Пожелание всем нашим телезрителям, да, вот на третью камеру. Вот хорошо. Как считаю, я всем желаю хорошего дня, вот, и такое пожелание, наверное, не все старое можно выкинуть, можно его сделать, и... Дайте инструментам вторую жизнь. То есть этим могу заниматься я. Найдете меня в Инстаграме, в городе. Поэтому добро пожаловать. Всем хорошего дня. Замечательно. Я құрметті телегөрермен, егер де өздеріңіздің жаңағы домбыра болсын, қобыз, гитара болсын, соларға екінші мүмкіндік, екінші өмір сыйлағыларыңыз келсе, жалпақ тілмен айтқанда, осы Олег бауырымызға келіп хабарласыңыздар, жазыңыздар, Инстаграмға жазыңыздар. Міндетті түрде бір көмегі тиіп қалатын шығар. Да, дорогие телезрители, обращаемся. Олег, вам хочется сказать большое спасибо, то, что вы пришли сегодня на нашу утреннюю программу, то, что поделились такими новостями. На самом деле, ну, рано не знаю, как ты, но для меня я впервые узнал о том, то, что есть у нас такой человек в городе, который занимается этим. Вот, мне кажется, многие телезрители сегодня впервые узнали это замечательно. Ну, об Олеге по-любому в нашем городе знали, кто как раз реставрировал, у кого есть гитары. Вот, просто, Вики, дорогие телезрители, у меня гитары, допустим, нет, я сам не умею играть. И для меня это очень интересный гость, очень интересный диалог произошел. Теперь у меня есть желание научиться играть на гитаре. Не хочу, чтобы она ломалась, но если вдруг что, сразу обратиться к Олегу. Вот, поэтому вам успехов в вашей работе, чтобы она приносила вам удовольствие. Самое главное. Говорят, если хобби или удовольствие приносит для души именно спокойствие, значит, ты выбрал его правильно, значит, оно и должно быть твоим. И я вижу по вашим таким горящим глазам то, что вы рады тем, то, что вы занимаетесь. Да. Вы так о работе сегодня говорили, как раз хобби, и это замечательно. Поэтому всего вам хорошего в ваших начинаниях. Спасибо. Я дұрыс айтасың, Әділ, Әділ керемет сөздер айтып жатыр. Енді алдағы уақытта сізге тек қана осылай шығармашылық табыс тілейміз. Жұмысыңыз өркендеп өсе берсін. Бұйырса осындай үлкен бір студия ашуды жазсын сізге. Отбасыңыз аман болсын деген біледі. Құрметті телегөрермен, енді сіздерді қарап қалмаңыздар, барыңыздар. Осы ағамызға хабарласыңыздар. Енді келесі айдарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Мүмкін керемет әнші шоу болады, немесе бір айдарымызды назарлансаңыз, құрметті телегөрермен қабыл алыңыздар. Сезімінсіз бе?
жаным көрсінбе, жүрегінде күдірсінге, түсінбе әлі жүрсінбе. Қадірлі көрермен қауым, осындай әсем әннен кейін біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Бағана эфирдің басында айтып кеттік, бүгін 12 мамыр, жұма күні. Егер де осы біздің қонақтарымызға қоятын сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, немесе біреудің туған күні болса, біздің редакциямызға ұялмай, қысылмай хабарласа беріңіздер, ал біз одан әрі жалғастырамыз. Да, дорогие телезрители, мы продолжаем нашу рубрику «Диалог» с нашими интересными, увлекательными гостями. Нурлан правильно сказал то, что на своих экранах мы напоминаем, вы видите номер телефона 252505, а также номер телефона WhatsApp, чтобы в прямом эфире позвонить или же написать. И если мы не задали с Нурланом определенный вопрос, который интересует именно вас, вы можете позвонить, задать, написать. Мы обязательно здесь его озвучим и нам, и нашим гостям. И мне кажется, будет приятно услышать именно ваш вопрос. Так что... обязательно звоните. Ну ладно, давайте я познакомлю с нашими гостями, которые сегодня пришли на нашу утреннюю программу. Сегодня у нас Виктор Кубрин, художник, а также Кубрина Елизавета, младшая дочь, помогает писать Виктору картины. Вот. О, керемет. Хош келдіңіздер. Как настроение? Как ваше дело? Как настроение? Спасибо, хорошо. Отлично. Отлично. Конечно, мы больше склоняемся к слову. На вашу замечательную передачу мы готовы в любое время. Замечательно. Виктор, наверное, первый вопрос как раз вот возникает к вам. Расскажите подробнее о своей профессии, о том, что вот художник, как это все началось, я полностью историю создания вот самые этой идеи. Самые первые картины. Да, самые первые картины об этих эмоциях. Расскажите еще эту историю. Это было в садике, это советское время, в общем, я немножко уже... отвлекусь так от нашего даже. Был конкурс такой, кто выберет, как кто напишет, как нарисует, так хочу сказать, лучший рисунок.
этот воспитатель выбирает эту работу, и есть право выбрать как ребенка, кто понравится ему, в общем, и вывешивают эти работы, где приходят родители, в общем, такой конкурс постоянный, рубрика такая интересная. Я выбираю своего друга, картинку, а там вообще идут танки, в общем, вообще не цветочки, цветы, это была картина, цветы, я помню, задание такое, в общем, грамотная была картина, все было хорошо, но я выбрал это, друга, где там шли танки, в общем, меня поставили в угол, было разочарование, такая травма пронеслась, такая, знаете, это было просто, вот это был первый мой творческий опыт вообще, вот, хочу так сказать. А так, это образ жизни, наверное, художник вообще, а не профессия. Уже сколько лет занимаетесь? Профессионально где-то 23 года. А вы, получается, этому обучались, и вы закончили определенное, или же вы, получается, я сами? Я спонтанно, знаете, ходил в детскую художественную школу, но я разочаровался там. Хочу сказать, нету такого усидчивости там, хочу сказать, не приспособлено советское время, как осталось в наше время, чтобы сделать художника, как бы там сделано так, чтобы из человека, из обезьяны сделать художника вообще. В общем, скучно рисовать в одном банку, вообще просто постоянно поставят, это очень скучно. Я хотел сразу писать картины, такие портреты, знаете, там пастозно, как-то вот, не знаю, не объяснить вообще, в общем. А профессионально я все время рисовал, там детские рисунки были в тетрадях, вообще все рисовано сзади, вообще это постоянно было. А так пришел, что случилось, я жил в России некоторое время, и там познакомился с художником, профессиональным, сильным художником, с которым я в подмастерье, можно сказать, проработал с ним полгода вообще, который как бы мне рассказал азы искусства, и, а я определился уже в это направление, можно сказать. Профессионально. Замечательно. Елизавета Горлай. Как дела, как настроение, Лиза? Отлично. Отлично, все хорошо. Лиз, тебе вот такой вот вопрос сразу возник. А как так получилось? Расскажи историю, наверное, этого дня, вспомни, если получится этот день. Как вот папа вот рисовал, и ты вот подошла к нему, и такая, я хочу помогать, я тоже хочу вот так вот. А как это произошло, то, что ты тоже влилась в это замечательное такой вот момент помощи? Ну, сначала мы рисовали дома. А потом в мастерской. Потом в мастерской. А получается, ты прям берешь целенаправленно кисти, карандаши у отца забираешь, я хочу нарисовать, или вот именно как вот это вот ты помогаешь папе? Ну, или же папа задает тебе что-то, и ты это определенно рисуешь? Да, скорее всего так. Он показывает мне, как надо, и я рисую. Это было уже, наверное, так давно, что она не помнит, как это началось конкретно. Сейчас сама рисуешь, да? Потому что у нас дома были исписаны все стены. Знаете, вообще, вот до какого роста можно было доставать, вообще просто мы не ограничивали. И там было все просто вообще, изобразительное искусство. Поэтому машина там могла попасть во дворе вообще просто. С детства это все пошло замечательно. Вообще, за один картинку сколько времени идет? Как по времени вы смотрели? Часто самый задаваемый вопрос. Вы знаете, это же как чакры откроются, я не знаю, как снизойдет вдохновение, и поэтому ты можешь сделать это буквально сразу, там, не спать, нет, это два дня, там, сутки, я не знаю, вообще просто, и все, и ты как будто сыграл. А можешь вообще просто так забуксовать вообще, и просто в конечном итоге ничего не получится. Ну, если вот так вот, давайте, Виктор, переформулировать вопрос. Наверное, расскажите самую такую вот картину, которую вы дольше всего рисовали, самую кропотливую, и, наверное, самую, ну, если я не знаю, правильно будет мною озвучено, быструю, которую вот вы, у вас прям вдохновение, вы, вот как вы говорите, день, два, и все, вот расскажите именно быструю и самую долгую. Самую долгую. И что это было нарисовано? Просто даже не могу сказать, потому что есть картины, которые все, ты видишь, и мне кажется, ты зашел в тупик, знаете, пишешь, и все, и убрал ее, знаете, вот убрал, там, год, может быть, нету ее, вот, допустим, и потом достаешь, и готовая картина, знаете, вообще просто,
То есть готов его быть уже все это утилизировать или там замазать вообще. И потом несколько мазков, штрихов и все. Вот такие картины. И они, кстати, самые такие, знаете, можно сказать, шедевральные. Ну, так, громко сказать, если. А которая картина, которая самая быстрая, это вообще, не знаю. Были такие случаи в книгу рекордов Гиннесса, наверное, можно там 3 картины за 4 часа там, вообще просто. Это были небольшие картинки, одноплановые вообще, там Зеренда, кстати, вот. Ага. И это было. Живопись, она так и подразумевает, знаете, живо пишешь. То есть ты должен просто как выдал и все. Как вдохновение пока идет. А самая любимая картина, которая, допустим, вот, это та, которую ты сейчас делаешь в данный момент, вот вообще просто, понимаете, вот. Нету дома картин, кроме там супруги, там портрета, который я уже несколько раз хотел залезть и вообще исправить, сколько лет, когда конфетно-букетный был роман, я ее изобразил вообще карандашом вообще, и все. И постоянно развиваешься. Вот вообще смотришь мысленно уже на эту работу, которую сейчас делаешь, ну, допустим, отставил ее. Через дня два ты уже смотришь уже свежим взглядом, ты уже вырос, мысли уже поменялись, понимаете, и поэтому охота, это и значит у художника развитие, ну, развиваешься постоянно и не стоишь на месте. И, кстати, по этому поводу хотел вам еще картинку, не знаю, подвезли или нет. Я Корм Казар Арах, Кутетерныс, Кормете Тили Курмен, без сухбаты мы заводанер жалгастратын боламыз, Казар Кшегарем, Безен, артистер Мизен, Дайндага, Найдарна, Кизик Пири, Хаблаун. Давайте посмотрим эту рубрику. Жоғары артериялық қысым көп жағдайда диабетпен бірге жүреді. Шамамен 3 ересек адамның 2-ю сусамырмен ауырып, қан қысымының артуымен қатар кездеседі. Екі жағдайда инфаркт, инсульт және көзбен бүйрек ауруынан болу ықтималдығын артырады. Қандағы қан деңгейі секілді артериялық қысымда күні бойы теңселіп тұрады. Қалыпты көрсеткіш 20-80, алайда одан сәл жоғары болса, қорқудың қажет жоқ. Гипертония, яғни қан қысымының артуы 140-90 көрсеткішінен де жоғары қысым. Егер сіздің күнделікті артериялық қысымыңыз жоғары болса, дәрігер дәрі жазып бермейді. Бұрын сізден өмір сүру салтыңызды өзгертуді сұрайды. Тұз мөлшерін азайту. Егер адамдар күніне 1,5 грамм натрийден артық қолданбаса, жыл сайын артериялық қысым жоғары адамдар санын 1 миллионға дейін азайтуға болатын еді. Күйзелісті азайту. Көптеген зерттеулер бойынша күйзеліс деңгейін азайту артериялық қысымды төмендетеді екен. Зерттеулердің нәтижесі бойынша күніне 30 минут тыныштандыратын әтіндағанның өзі артериялық қысымды түсіруге көмектеседі. Ішімдіктен бас тарту. Адамдар ішімдікті азайтқан кезде олардың қысымы төмендей бастайды. Егер сіздің артериялық қысымыңыз жоғары болып, ішімдік ішетін болсаңыз, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Магний мөлшерін жеткілікті түрде қолдану. Магнийге бай тағамдарды қолдану қан қысымын бақылауға жақсы көмектеседі. Ағзада магнийдің аз болуы инсультке әкеліп соғуы әбден мүмкін. Магний мөлшері көп тағамдарға кебек, бадам, жаңғақ, саумалдық және сүт жатады. Сүт туралы ұмытпау. Кальцийге бай сүт және басқа да сүтті тағамдардың қысымды түсіруге тиімділігі дәлелденген. Ұсынылатын күндізгі қалыпты кальций мөлшері 1000-1200 миллиграмм құрайды. Ол сүтті 250 миллилитр стақанмен 3-4 ішу дегенді білдіреді. Кальцийге бай басқа тағамдарға йогурт, брокколи және орам жапырақ жатады. Картоп жеу. Азда болса картоп жеу керек. Себебі картоп калийге бай болуымен бірге оның құрамында қысымды төмендететін кокоамин деген зат бар. Я құрметті телекөрермен, біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Енді Олег Мырза, сізге оралатын болсақ, я хотел такой вопрос у меня возник. Самая дорогая картина у вас? Да, Вика, расскажи. Да. Не хочу, как бы этот. Просто интересно. Наверное, недорогая, наверное, самая, может, ценная, которая. Да что было на той картине, просто, наверное, да, то, что. Нет, самое ценное говорю в тот момент, потому что ты, если захвачен этим желанием, это образ жизни, тебе нравится, если это. Это счастье, когда ты просыпаешься утром и идешь с удовольствием на работу, пишешь, и идешь также обратно домой. Вот это и есть, мне кажется, удовольствие от процесса, знаете, создания на позитиве. Потому что надо с хорошими мыслями быть и собраться. Эта картина должна нести, мне кажется, хороший заряд энергии, чтобы ее создать. И это много лет радовало человека, у кого-то будет она украшать в интерьере. Поэтому я, кстати, хочу вот сказать, у вас хорошая такая позитивная передача. Мы вам пришли с подарком. О, это как Штау. Как наш город, вот и на память хотим оставить, может быть, у вас как поле чудес будет подарки. Спасибо, вы начинаете эту тенденцию, она нам нравится, Виктор.
құрметті телегөрмін, өздеріңіз көргендей, біздің Көкшетау сұлу, Арқаның кербез сұлу Көкшетауының керемет көрінісі. Мына жерде Бұқпатауы, Көкшетау жазуы, және де мынау Мұхтар Әуезов көшесі, сонда орналасқан көліктер өте керемет. Да, дорогие телезрители, с личными инициалами. Виктора, у нас здесь написано, видите, Кубрин Виктор, да? Такая замечательная картина. И теперь кто будет обязательно у нас на нашей студии, программе, кто придет на нашу редакцию, вы обязательно это будете видеть внизу в нашем музее, да? И это первый подарок, да, за нашу историю, которая здесь есть. Вот такой вот. Я шли греги, обязательно ликим, за жмусха киргинный музей, купил ганджо, солар алықта, бутерпес айда, алып жатқан алғашқы сыйлығымыз, ал енді барша Көкшенұрындағы қызмет жасап жатқандарға баршаңызға, әріптестерімізге баршаңызға құтты болсын. Мне кажется, Виктор начал очень хорошую и правильную тенденцию. Дорогие телезрители, как в программе «Поле чудес» у нас пошли подарки, да? Мне кажется, скоро мы дойдем до такого момента, что здесь будет у нас такой стол с Нурланом стоять, с продуктами, с подарками. Нам нравится, да, Нурлан? Почему нет? Бізге қатты ұнайды, бұлай сыйлық сыйлап тұрыңыздар, сыйлық сыйлау жанды жадыратады. Ал енді сіздерді много телезрителей вас видит, смотрят сейчас. Курбжатор, соларга этот мержалы либо стрелик посоеду. Да, нас смотрит очень много телезрителей. Виктор как раз сейчас смотрит, увидели вот эти все моменты. Наверное, пожелайте его сейчас на третью камеру. Доброе утро, абсолютно всем пожелания, и можете рассказать, как можно к вам обратиться, чтобы заказать как раз таки картину. Хочу пожелать всем хорошего дня, позитива. Хочу сказать, мы находимся в прекрасном, нас одарила прекрасная природа, красотой вообще, Боровое, там, Зеренда, многие такие курортные отдыхи. Хочу сказать, знаете, такая просьба такая вот, захватывать пару мешков с собой, когда это самое, едете на отдыхать на природу, чтобы можно было еще подобрать мусор, потому что я больно смотрю, когда вот, вы знаете, как засоряют. Вот этот вот момент. Я бы провел бы такую акцию. Там сфотографировали, допустим, что взяли с пакетами, ну, допустим, с природы. И разыграл бы, выложили меня, допустим, эти фотографии на Инстаграм. И я среди участников, допустим, провел бы розыгрыш какой-нибудь картины, допустим. Пару картин. Ну, допустим, набралось 100 человек. И 100 человек, да, вот можно было бы провести такую, и очистить природу, и провести ему как пользу. Так что... Акция «Добрые дела», да? Кубрин Виктор, арт, нижнее подчеркивание, если что, подписывайтесь. Инстаграм, да? Да, Инстаграм. И можно применить такую вот, как бы, акцию позитивную. Кубрин Виктор, арт. Дорогие телезрители, подписываемся обязательно. Я құрметті телегөрмен, Кубрин арт сол жерге жазылыңыздар. Осындай жаңа айтып жатыр, біздің Көкшетаудың жаңа қоқыстан тазарту мақсатында, жаңа эфирдің басында да айтып еттік қой, жалпы экологияны көтеру мақсатында осындай шаралардың жасалып тұру өте маңызды. Сондықтан қатысып осындай керемет сіздерді картина ұтып алуға мүмкіндік туып тұр. Да. Лиза, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя в дальнейшем планы стать точно так же художником, как папа, или же ты хочешь пойти по другому направлению? Насколько нам известно, расскажи нам, ты спортсменка, да? Чем ты занимаешься? Расскажи о своих достижениях. Да. Ну, я катаюсь на лыжах, но в будущем я хочу стать работать в другую профессию. Ага, кем хочешь стать, если не секрет? Косметологом. Вау, это современная замечательная профессия, почему? Ну, конечно. А вот смотри, вот такой же тебе такой вопрос. Ты говоришь, ты занимаешься лыжами, да? А как сейчас происходят у тебя тренировки? Ну, обычно вот мне всегда было тоже интересно, это летом, да, или уже у вас сейчас... Да, на роликах, да, или как? Или у вас пока сезон закрывается, или же в каких-то комплексах вы занимаетесь? Ну, по сезонам. Зимой, летом, весной. Летом вот как ты тренируешься? И... Летом мы бегаем. А, то есть полностью... На роликах же тоже ездят? Да, на роликах, шлемах, на роллерах. Там. Соревнования постоянно. Зимой на лыжах, осенью тоже бегаем и весной тоже. Замечательно. У тебя, нам известно, много наград, да? Медали, кубки. Ну, не очень.
Ну, это скромность. Это скромность, да, это скромность. Это скромность, между прочим, дорогие телезрители, великие спортсмены, они очень скромные, так же, как и Елизавета. И я вам говорю то, что буквально, мне кажется, скоро мы с Нурманом это в новостях оповестим, то, что Кубрин и Елизавета чемпион Казахстана, мира по лыжам. Просто это скромность, да. Шыны керек, енді бүзінде уақытымыз біра жерге таяп қалыпты, я? Да, наше время. Сіздерге көптенгі бір рахмет, осылай арнамыза келіп сұхбат бергендеріңіз үшін, осындай картиналарыңыз көбейе берсін, шығармашылық табыс тілейміз, Елизаветаның да болашағы жарқын болсын деген біледі. Бұйырса, үлкен бір дәрежедегі мүмкін спортсмен болады, мүмкін художник болады сіз сияқты, сондықтан тек қана алға. Да, вам хочется сказать, Виктор, большое спасибо, Елизавета, вам за то, что пришли с утра на нашу утреннюю программу, уделили нам время, подняли настроение нам, всем нашим телезрителям, за замечательную картину, которая будет находиться в нашей редакции, теперь кто к нам будет приходить, да даже мы, когда будем приходить с утра на работу, видеть замечательную картину, которая будет поднимать нам настроение, вам успехов в вашей работе, побольше, наверное, вдохновения этого творческого, чтобы никогда не покидало вас, чтобы не было, как говорят, именно творческие люди, творческий кризис, есть такое понятие, чтобы оно никогда вас не настигло, а наоборот только вдохновение и вдохновение. Спасибо, Лиза, спасибо. А тебе, естественно, чтобы и в спорте у тебя все было замечательно, возможно, чуть позже ты точно так же вдохновишься и будешь тоже писать картины неизвестно, но самое главное, если ты сейчас мечтаешь стать косметологом, чтобы все у тебя получилось, и твоя профессия, именно то, что ты хочешь, обязательно сбылось. Спасибо. Я, құрметті телекөрермен, бүгін осындай Кубрин ағамыз біздің редакциямызға Көкше Нұры бағдарламасына, жалпы біздің Көкше телеарнасына осындай керемет картина сыйлады. Қарап қойыңыздар тағы да. Енді осыған күнде қарап отыратын боламыз. Жалпы арқаның кербез сұлу Көкшетауының төрінде сіздермен бұйырса дүйсенбі күні қайтадан қауышатын боламыз. Алда демалыстар келе жатыр. Демалыстарыңыз сәтті болсын. Күндеріңіз керемет болсын, берекелі, мерекелі болсын. Бүгін 12 мамыр, жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз, берген садақаларыңыз баршасы қабыл болсын. Бұйырса қайтадан қауышамыз. Да, дорогие телезрители, час пролетел быстро и незаметно. С вами были я и мой прекрасный соведущий Нурлан. Увидимся уже днем. Хорошего всем дня и хороших выходных.